Здравствуйте, меня зовут Алексей Миронов. Я актер. Мне 50 лет. Я говорю по-немецки и по-английски. Что? Почему я хочу сниматься в кино? Мне нравится кино за свою непредсказуемость, нелинейность, пассионарность. Мне нравится видеть и участвовать в том, как рождается чудо, как коллектив вдруг превращается в команду, и ты являешься частью этой команды. У меня такой восторг на площадке. Все время. Бывают длинные смены, уставшие, ночь. Но восторг меня не покидает. Это, наверное, та самая пассионарность, о которой я говорю. Что? Какие роли я хотел бы играть? Хороший вопрос. Роли бы я хотел играть разнообразные. Ну, конечно, в соответствии с моим возрастом. Мне нравятся роли эксцентрические. Да. Или такие на контрапункте, со вторыми планами, каких-то людей странных, которые ведут себя нелогично. Ну или, например, можно сыграть Джеймс Бонда, а еще лучше его антагониста. Антагонисты Джеймс Бонда можно сыграть. Вижу какого-нибудь психопата, очень милого, доброго, интересного человека днем и совершенно другого ночью. Ну, комедийные роли, конечно, мне нравятся. Эксцентрика. Это моя любовь. Что еще бы я хотел сказать? Я очень ответственный и человек, который очень любит работать и сниматься в кино. Ha ha ha.